Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Ролик вышел под названием «Удивительный синдром камикадзе». Но это не об альбоме Slate, а это о том, что сейчас из себя представляет профессия блогера в настоящее время в Рашетии. Так вот, поясняю. В настоящее время быть блогером в России – это все равно, что быть камикадзе. Не побоюсь этого громкого слова. Когда я 3 года назад пришел в YouTube, я надеялся… Теперь даже смешно вспоминать об этих надеждах, наслушавшись разных, прости господи, чуваков на букву М, которые сладко сообщали о баснословных заработках, я надеялся, во всяком случае, хотя бы обрести пенсию, которую у меня украло государство в 2018 году. Но после того, как в прошлом году убрали монетизацию, эти надежды все рухнули. Но это бы еще полбеды. Теперь блогер – это какой-то такой кролик или кабан, за которым ведется настоящая охота. Одно неосторожное слово, и можно оказаться в местах, куда Макар не гонял телят. Поэтому профессия наша теперь не просто, как говорится, невыгодна, она вообще опасна. В связи с этим на канале произойдут, правда, незначительные изменения. Поменяется бегущая строка. На ней будет отныне всегда написано «Не подписывайтесь на мой канал». Ибо как только у меня будет 1000 подписчиков, то я сразу же попаду, как говорится, под надзор разных соглядатаев. Вот. Хотя, конечно, политическая тематика у меня давно уже отошла. Однако они копаются в каждом слове и в каждом звуке. Вот. Поэтому, как говорится, вот приходится исходить из данных реалий. А те, кто думают, что все по-прежнему, их не тронут, что ж, думайте и дальше. Я в этом давно уже не уверен. Это раз. Тематика канала останется прежней. Обзор старых групп, старых фильмов. Мои авторские рассказы будут обязательно. Ну, какие-то вот интересные темы, которые приходят мне на ум. Вот. Те, кто хочет помочь деньгами, ибо живу на баснословные 18 тысяч, что ж, всегда буду рад даже 500 рублям перечисленным на карту. И вот теперь, как говорится, живем мы в таких реалиях. Весело, аж жуть. Оставайтесь на канале, спасибо всем, пока.